Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, давай посмотрим ежедневки. Повысьте силу растений до 6 единиц. Разыграйте 2 растения со способностью команда и нанесите 20 единиц урона цитроном. Цитрон у меня уже выбрат. Давай попробуем. Получится ли у меня нанести 20 единиц урона цитроном. Ранг у меня 47-й. Кстати, через 3 дня и сколько-то там часов у нас будет, ребята, новая лига. Мне нужно еще 3 уровня поднять, скажем так. Оу. Блин, ну заморозк. Это тебе не хухры-мухры. Поехали. Ну, понятное дело, что он тут сейчас будет доборы делать. Без этого никуда. Хм. Давай сделаем так. Нам дали орехи. Так, он замораживает. Берет карту. Слушай, нет, ну вряд ли он, конечно, на заморозка будет играть. Ага, давай так сделаем. Так, он вытягивает карту, само собой. Что там за карта, я не знаю, ребят. Что он там вытянул? Заморозку всех на земле, может быть? Что еще там у него есть? Ах ты, смотри, что у него, ребят. Так, две энергии. Ты серьезно? Окей. Так, и прокачивает зомби. Прокачивает зомби. Хм. Давай сделаем, короче, так. Вот так. Да ладно, блин. Я собираюсь ставить щиты, ребят. Блин, рикошет. Вот так вот, да, значит. Тогда сделаем вот так вот и поставим щиты. А там уже будем смотреть, кто у него. Вот кто. Так, 9 единиц ХП у него, да? Ну, я так и думал, ребят, что будет заморозка. Пускай делает. Я даже нисколько не сомневался в этом. Ага, вот единственное, что тут будет надгробие сейчас стоять. Вот здесь вот. Это как бы не есть хорошо, на самом деле, для меня. Хи-хи, довольный такой, хи-хи, хихикает он. Уничтожает зомби с нолем. Как тут лучше сделать-то? Если я, например, сделаю вот так вот. К примеру. Минус один, все на земле получает. Окей. Так, вот этого, наверное, надо убрать отсюда, парня. Или как нам лучше сделать? Давай, наверное, сделаю вот так вот. И поставим, например, вот так. Он возьмет энергию, да? А там уже... Там неизвестно, что у него будет, друзья. Там неизвестно, что будет.
Даже не знаю, кого тут. Ну, давай, наверное, вот этого превратим. Надеюсь, мне выпадет бобовый какой-нибудь. Нет, друзья мои, никакой бобовый у меня не выпал. У него 2 хп. Мне нужно просто, ребята, сделать один удар и мы сможем победить. Но здесь, видишь, какая ситуация получается у нас. Если он сейчас никого не поставит, он проиграет. Так. И это все, да? И это получается у нас все. Четыре. Блин, ни так, ни сяк не получается, да? Ладно, этого шваркнем тогда. Блин, да что сделать-то? Ну давай я так вот сделаю. Так, допустим. Ага, здесь у него пират с прочерком. Ну, я не знаю, ну давай сюда поставим. Что-то какая-то ситуация у нас не очень хорошая на самом-то деле. У меня нету прочерка, я не смогу ему пробить лицо. 4 и... Ну, допустим. И все, да? И это получается у него все. Так, 3, 5, 7. Ну, до свидания. Все, ребят, выигрыш за нами. До свидания. Отлично. Отлично сыграли. И двигаемся тогда дальше. Нам нужно что там сделать? Повысить силу растений до 6 единиц, насколько я помню. Так, со способ... Воу-воу-воу. Два задания. Повысить силу до 6 единиц. Друзья, кто у нас хорошо прокачивается по силе из растений? Так, если я не ошибаюсь, у нас прокачивается пенек. Кстати, неплохой челлендж мне предложил один из подписчиков и сказал: Рэй, сыграй как-нибудь в серии по одной партии за всех игроков. Ну, за всех персонажей. В принципе, ребята, это, мне кажется, возможно. А почему бы и нет? За каждого сыграть. Он, правда, не сказал, что именно выиграть или там проиграть. Просто написал сыграть. Поэтому... Я думаю, почему бы и нет. Так что нам... Ну, ядрен, матрен, ну... Ну, это не то, что я хотел. Так, только давай без надгробий, пожалуйста, парень. А что он хочет, а?
Давай сюда поставлю. Так сделаю. И вот так еще. Берет энергию. Ха, интересно. Очень, друзья мои, интересно. Давай так сделаем. Охотничье угодье. Сюда поставит? Ну ладно. Блин, а мне... Чем я... Да ядрен матрен, чем мне драться-то? Нету, нечем. Ребят, пока нечем. Пока абсолютно нечем. Есть вот эта вот штука. Если он сейчас будет на одних вот этих вот хламонах играть, я боюсь, проиграю я здесь. Этого я уничтожу. Давай так вот поставим. Будет перемещать, что ли, сюда? Точно, ребята, перемещает. Посмотри, как мне не везет с картами. Но я его вольнуть-то я его вольну. Понятное дело, тут через ягоду это. Но... О, огурчик дали. Так, ну этот труп, это не железо, ребята, здесь на вот этой локации. Хотя, если у него есть ландшафт, то... Возможно, что-нибудь да получится у него. Давай проверим так. У него тоже добор. Так, надеюсь, у тебя кровожадности там нету. Надо было вот сюда ставить мне, ребят. Ой, как хорошо, ребята. Посмотрите, прямо, а, душевно. Мне выпал хил. Мне, ребята, выпал хил. И... Это дорого стоит. Вот так вот сделаем. Заморозка. Ну, заморозит, конечно же, понятно. Окей. Ну, а дальше мы пойдем веселиться. Начнем, пожалуй, вот с этого, да? Наверное. Бонусную атаку. Давай бонусную атаку. Ой, замечательно. Угу. А дальше что? А дальше ничего. Так, ребят, наверное, сделаем... Наверное, сделаю вот так и вот так. Ну, в принципе, нормально, я считаю. Ох, вообще. Блин. Это не в тему, конечно. Кровожадность пускай ставит там свою. Так, ну, ребята, у нас хил. То есть мы полностью захиляем сейчас. Единственное, что... единственное, что... Я, наверное, хил... Так, кровожадность готовит. Но я его уничтожу, ребят. И думаю, вот этого тоже мы с тобой завалим. То есть погнали. Сделаем так. И... Наверное, хильнемся еще. Так, вот будет оптимально.
Да, я так и думал, что, ребят, кровожадность будет, но пфф, она по большому счету его не спасает здесь. Так, 4 еще в лицо получает он. Угу. Так, у него идет набор карт. Ну давай вот этого шваркнем. Ой, по-моему, ребят, ему хана. Наверное. Ну, сейчас посмотрим, что он там будет делать. Так. И... Угу. Все? Подожди секунду. Сообразить дай мне. Если я поставлю сюда, я перекрою, да? Перекрою. Я вот так вот перекрою. Плюс сделаю. Ну вот так, например. Поехали. Ох ты. Ох ты. Понятно. Да, хорошая карта выпала. Вот это, конечно, немножко неприятно. Вот это немножко неприятно, ребят, конечно, что выпало. Так, дай сообразить. Этого я шваркнул. Этого я шваркнул. Вот тут вот как быть? Блин, я не знаю. Вставить вот эту вот за 3. Ладно, поставим сюда. Плюс сделаем вот так. И вот так. Ну, он этого заморозит, наверное, да? Или вот этого? Ох ты, у него еще и рикошет. Вот этого, что ли, выкинет? Это не жилец, он сразу погибнет. Вон как делают. Так, ребят, ну, по-моему, тут... По-моему, я тут проиграл. Угу. Так, ну что, увеличили мы силу до 6 единиц или нет? По-моему, увеличили. Да, ребят, увеличили. Итого у нас 865 самоцветов. По ежедневным заданиям все. Невероятное событие. Давай глянем. Так, одна карта события банды горошин слабее двух. Столько их и у вас будет. Так, используйте карты с умом. Одолейте стратегическую колоду капитана Огонька. Понятно, короче. Одолейте ком... Почему они пишут, блин, одолейте команду капитана Огонька, если я за него играю? Ну, как-то... Ну, не вяжется, ребят. Да иди ты в пень. Самый умный тут нашелся, да? Так, получил в табло. Дальше что у нас? Ну, этот на ландшафте только срабатывает. Давай я так вот сделаю.
Че, ничего и нет у тебя? Странно. Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Да ты заколебал, а? Плюс два сверху. Ну давай. Ты смотри, а? Ну ладно, жучара. Так, 3-3-6, блин, немножко не вяжется у меня. Так, ладно, пускай он там бомбит, я не знаю, что он там будет делать. Ты посмотри, а. Ой, хорошая карта, но, блин, для меня она слишком поздняя. Слушай, орехов что-то тут надавали мне так. Оу. Допустим. Ты посмотри, рикошет у него. Еще и кровожадность ставит. Так, мы получаем два в лицо. Блок, надеюсь, сработает? Сработал. Давай сюда поставим. Угу. Конечно, прикрывается. Понятное дело, прикрываться. А что ему еще остается? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, ребят, есть у меня неплохой план. Я, правда, не знаю, сработает он или нет. Там, наверное, у него сейчас... Я так и думал, что рикошет. Я так и думал, что у него там рикошет, блин, стоит. Надо было, блин, ребят, надо было немножко по-другому сделать. Чуть-чуть по-другому надо было сделать. Ну, может же быть кровожадность? Нет? Кровожадности нету. У него, видишь, блок. Блок, ребята, сработать может в любую секунду. Блин, этих орехов надавали, а... На воду есть кто-нибудь? На воду у меня... Нет у меня никого на воде. Да ты заколебался своим рикошетом, блин, а? Опять ставит фигню свою, ладно. Так, ну у нас должен сработать последний наш... А, нет, не последний, ребят, вру. Блок. Так. Опять с этими, со своими подарками, а?
Я боюсь, сейчас он сделает мне большую-большую беду. Но он может такое сделать. Так, здесь два. Блин, я даже не знаю, как тут лучше сделать. Наверное, вот так вот. Ух. Ты серьезно? Ой, все, ребят, я профукался. Я вот про эту карту, ребят, всегда забываю, блин. Вот серьезно тебе говорю, вот про этот вот убрать всех зомби на земле, это, конечно, это трэш. Постоянно, вот сколько я помню, вот прохожу это событие, я всегда про нее забываю, а он ей всегда пользуется. Так, ну что, давай попробуем тогда сыграть. Я не знаю, хотелось бы, конечно, мне попасть на 48-й дивизион, так это можно назвать. Вот, но это нужно 5, раз, два, три, 5 побед надо, ребят, 5 побед, это проблема. Для меня это проблема. Я попытаюсь, конечно, но гарантии дать не могу. Я могу маневрировать. Плюс-минус. Плюс-минус. Ой, ё-моё. Что же вы мне даете-то? Ну, хорошо, давай так попробуем. Он ничего не стал делать. Пропустим. Хм, потратил, ребят, свой удар. Оно может быть и даже к лучшему. Нет, вот эту пакость убери, пожалуйста, отсюда. Ну давай сделаю так и вот так. Прикрывается. Но он может увеличить ХП, да, и может поставить неуязвимость. А, вон он что делает. Немножко неправильно сделал, надо было его ставить, а потом уже горошину, раз на то пошло. Давай так сделаю. Ага. Так, через огурец работает парень. Парень работает через огурец. Как тут сделать-то лучше? Я не знаю, как тут лучше сделать. Давай так. Что-то мне не нравится мое вот это вот постановка моя. Ну, огурцу я однозначно кранты сделаю, ребят. Это просто необходимо сделать. Подожди, а сколько у нас? 4 единицы урона, да, наносит? Ага. Сдохла, отдуплилась, блин. Так вот сделаю. Угу.
Угу. Ну, тут да, тут не повезло. Ну, мне кажется, у него, наверное, не один этот охламон там будет. Мне так кажется, друзья, но я не знаю. Сейчас посмотрим. Я же тебе говорил, что у него не один. Наверное, вот этого заморозим. Так, у меня тут позоруют, это что получается? Фигня полная. Ну что это, ребят, ну? Ну давай проверим. Даже так. Даже так. Ну, а если... Ну, а если вот так вот? Я тоже не знаю, ребят, что здесь вот стоит. И здесь тоже. И у меня одна карта всего лишь перемещение. Их знает, как с ней сыграешь-то. У него есть неуязвимость. У него что еще есть? Бонусная атака, по-моему, да? Блин, если он сделает бонусную атаку вот этим охламоном, то он меня пробьет. А зачем он сюда поставил? Ой, ребята, если сейчас ему выпадет то, что я думаю, мне хана будет. Ну, блин, вытягивает две карты. Все, ему крышка. Я думал, что он бонусную атаку все-таки, ребята, сделает. И тогда бы, да. Тогда бы мы поплыли бы по полной программе, но... Справедливость есть на белом свете. Так, что у нас тут? Зубастизила, да, против нас? Да хорош. Да ядрен, матрен, ну. Почему так не везет, а, ребят? Вот почему так не везет? У него сейчас может быть минус 2-2 или съесть. Нет. Немножко по-другому он поступает. Капельку. Так, огурец. У него огурец. Так. Пропустим пока.
Минус один, минус один. Плюс он здесь выставляет подсолнух. Друзья, ну, во благо, как говорится. Делаем. Просто, чтобы ему не дать добор. У него нету... Чего у него нету? У него нету... Могилоедов, насколько я помню. Но он может сейчас за счет... Ох, ядрен матрен. Так. Под солнухами заколебает сейчас меня, а. Ох, нахапал он энергии. Ладно. Давай я сюда поставлю. Ты серьезно? Я даже ничего пока делать не буду, ребят. Давай так сделаем. Хотя можно было через... Ну ладно, фиг с ним. Да! Ать! Сейчас захомячит кого-то. Он ждет, ждет, ребят, какую-то карту. Какую-то карту хорошую ждет. Хильнется на одну единичку. Не, не хильнулся. Хо-хо-хо, ребята, ну тут шансы есть на победу. Я не знаю, что ему там... Ага, вот. Это его не спасет, я думаю. Даже огурец не поможет. Хотя, ты знаешь, сейчас посмотрим, ребят. Так, 6 в лицо у него. Ну, у него еще... А, мы же 2 в лицо... Да-да-да, мы в лицо же можем ему пробить 2. Тут все, ребят, тут уже хана ему. Хотя хил, у него же может быть родник. Нет, не стал применять. Хотя, ты знаешь. Ну давай сделаем так. Если он не захиляется, я ему пробиваю в лицо, ребята, 2 единицы. И тогда ему хана, все. Ему здесь ничего не помогает. Я даже не буду так делать, я вот так вот просто напрямки. Просто напрямки зомби приземлился на него своей сракой и раздавил его. Ну а как хотел по-другому-то? По-другому никак, ребят.
Ну давай, давай, быстрее. Блин, у меня уже в горле пересохло, ё-моё. Ну я жду. Так, а где мои... А где мои, друзья мои, витаминки? А, вот они. Так, сейчас посмотрим. Ну, кажется, вроде бы как неплохой вариант. Единственное, что нету кровожадности. Хотя, может быть, она и выпадет мне. Нет. Выпадает далеко... Далеко не кровожадность. Хе-хе-хей! О, спасибо. Так, ну он, естественно, может бомбануть, если у него будет горошина. Блин, простуда на губе еще вскочила, твою налево. Так, двойной удар. Ох, это что-то, ребят, серьезное. Нам надо будет поставить тогда рикошет. На всякий случай, я фиг его знает, что он там. Что он там планирует сейчас поставить? Заморозить его, наверное, да? Опа. Ну тут понятно, тут блок, а этого заморозить, наверное. А, рикошет. Ну давай я так сделаю. Двадцать седьмой ранг. Понятно, ребят. Не шарит, так сказать, ни в чем, да? Юнец. Просто юнец. Так, что, блин, что лучше? Давай, наверное, этого поставим. Хотя, если сюда поставить с двойным... Все, пошел во все тяжкие, парень. Пошел во все тяжкие, короче, ребят. Я об этом и говорил. Уже от безвыходности. Я не знаю, у него колода на чем у него состояла. На горохострелах он хотел отыграться. Ну, по крайней мере, так выглядело. Он хотел сыграть на горохострелах. Но немножко не такая колода должна быть. Он кое-каких горошин не взял себе. Хотя, может быть, и на заморозках. Черт его знает. На чем он там. Обычно надо бобовых выигрывают. У нас этой зеленой тенью. Бобовые, да? Рулят. А что еще рулят? Бобовые и на... Ну, можно, в принципе, сыграть на заморозки. Так, я пропущу пока. Вот, начинается, ребят. Поставил сюда, да, по центру. Опять же, не просто так. Давай проверять. И хочется бомбануть, да? И никак. Но он может сюда... А, вот он как. Он думает, что он вот этим меня напугает. Нет, это не сработает. Это, ребятушки, не сработает. Ну, а если я сделаю вот так... И, например, вот так. Зачем он это делает? А, ну я понял. Чтобы просто мне вырубить этого парня, да?
Только лишь ради этого. Ну давай посмотрим. Так, такой вариант. Я могу скрыть в надгробии кого-нибудь из них. Ну, я уже понял, кого мы будем скрывать. Угу, даже так. Поехали. На амфибиях, что ли? Пока непонятно, ребят, на чем он там играть собирается. Ну, это замораживается автом... Подожди. Ну да, в принципе, этот замораживается у нас. Поехали. Допустим. И это все? Ну, я думал, немножко будет посерьезнее. Ладно, фиг с ним. Такс. Ну давай так сделаем. Опа. Вот от этой покоси, ребята, надо избавляться. Уж извините, придется сделать так. Вынужденная, так скажем, мера. Ну, горошина у тебя должна же быть. Или заморозка, что-то должно же у тебя быть. У тебя щиты целые. Бонг чой. Вот это самая глупая твоя ошибка, что ты мог сделать. Убрать именно этого парня. Ой. Ой, ребята, что творится? Сейчас я все линии займу. Он сдастся, скорее всего. Нет, это не поможет. Не поможет, я тебе говорю. А этот в блок, а? Посмотри, засранец мелкий, в блок бомбит. Рикошет, ну давай еще разок вот этого. Для фул счастья. Нет, немножко другого. Я тебе говорил, Зас. А ранг какой? Я, кстати, не посмотрел ранг. А, 36-й, все понятно. 36-й ранг, ну да. Хотя, опять же, ребята, это не показатель. Это... Как тебе даже объяснить? Ну, я даже, будучи на высшем ранге, проигрывал, например, там 10-му рангу, 6-му рангу. Проигрывал, да, в прямом смысле слова, ребят. Просто выносили меня в пух и прах. То есть, ну, ранг это не
Да что ж такое простуда на губе вскочила, и твои налево. Это не особый показатель. Это показатель, но такой себе. Ну, капитан Огонек опасен, да, опасен, ребята, тем, что он замшевые комочки. Замшевые. Назовешь их. Ну, он, короче, с бонусной атакой собирается играть. Я уже понял, ребят. Бонусная атака и тому подобное все, да? Ну, давай так, попробуем. У меня сейчас просто, ребят, ничего не остается, только прикрываться любыми способами. И мало того, чтобы прикрываться, надо до этого, чтобы гаденыш этот не прокачался. А, так. Ну, пока прикрыться мне хватит. Вот сюда вот поставим. Потом на четверке можно будет, в принципе, его откинуть, наверное. Давай так, оставим пока. Ну, тут понятное дело, что надо будет уже выкидывать его к чертовой бабушке. Пускай он там делает бонус, но так. Ага. Ага. Выкинем этого паразита. Сюда будем ставить с тобой. Ну, ты понял, что будем ставить. Пускай пробивает. Хотя он переместить может, наверное, да? Двойную атаку. Даже так ты делаешь? Я боюсь, что тебе парень не поможет. Хотя, если, ребята, это сейчас в блок пробьет. Нет, не помогу ему. Опять ты, а? Опять ты вылез тут. Хе-хе-хе-хе, вылез, блин. Чудилка несчастная. Так, что я могу сделать? Могу пожертвовать, да? Понятно, что в блок бьем. Это... Будешь прокачивать он или нет по хпшкам? Не стал. В плане. Давай так сделаем. Бочка выпала поздно, правда, выпала мне. Хм. Как-то, блин, неудачно ты выпал, парень. И бонус на так, да, сейчас влепит. И все. Ага, все-таки бонус на так, ребят. Для этих случаев я перестраховался. Делаем так. Да, там будет в блок. Ну, пока все. А, ну, две карты у него. Ну, сделаем так. Там посмотрим, возможно, придется применять. Нет, уже ничего не придется применять, он сдался, ребят.
Я думал, на кровожадности сыграем, либо на безумие. Но он сдался, что я могу сделать. Ну что, друзья мои, 48 ранг. У нас есть еще, сколько там времени-то? Три дня, чтобы я мог подняться до 50 ранга. Я думаю, это вполне реально, ребята, и 100 самоцветов набрать, чтобы мы с тобой могли открыть один из паков. Ну а на сегодня я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.